Фирма «Альянс Мониторинг» занимается повышением пожарной безопасности на объектах города Москвы. Нашей фирмой были установлены объектовые станции «Стрелец Мониторинг» на порядке 1000 объектов, социально важных объектов города Москвы, таких как школы, сады, больницы и другие объекты, объекты культуры. Также мы занимаемся установкой автономных установок пожаротушения для электрооборудования на тех же самых объектах города Москвы. Мы в основном пообщались с руководством города Москвы, поскольку в основном работаем с объектами социальной сферы, с бюджетниками. Новых технологий мы представляем, свои новые технологии по тушению электрооборудования на начальном этапе загорания. Форум понравился тем, что на форуме представлены все направления безопасности как общества, так и объектов и человека. Все направления широко представлены, и представлены именно новинки, актуальные на сегодняшний день. На форуме присутствует большое количество специалистов, и приятно общаться, поскольку все специалисты заинтересованы в повышении безопасности.